Так. А, вступление. Раз, два, три. Малышева, гори! Паш, это выкладывать не нужно. Это так. Так, листочек ты просил. Вот, вот, вот. Так. Дубль первый. Сейчас вдохновение придет. Так, дубль второй. Но буквально на днях в известной телепередаче доктор Малышева открыла мне глаза. Так, это был первый дубль. Ой, второй, да. Еще раз, дубль третий. Но буквально на днях доктор Елена Малышева открыла мне глаза. Блин, я смотрел в этот, в мониторчик, надо было в камеру. Дубль четвертый. Но буквально на днях доктор Мал... Я все время хочу ее назвать по имени. Блядь, блядь. Дубль пятый. Но буквально на днях доктор Малышева открыла мне глаза. Не, не катит. Рука нет. Да. Дубль шестой. Но буквально на днях доктор... Блин. Седьмой дубль. Но буквально на днях в известной телепередаче доктор Малышева открыла мне глаза. Вот, думаю, как раз будет. Сейчас еще сделаем дубль с этим. Ну, без закрытых глаз, все остальное. Дубль, не помню какой. У меня рыбки на память. Так. Но люди-соседи. Но буквально на днях до... Но буквально на днях в известной телепередаче доктор Малышева открыла мне глаза. Я думаю, хватит, да, этого. Начально видюшечку там, где прогори, ну, можешь, в принципе, выкладывать. Будет. А, хорошо.